Всем привет! В общем, это мое второе домашнее задание по саунд-дизайну. В общем-то, вот это мой рабочий монтажный лист. Это все по папочкам я разбил, по категориям. Для себя просто SFX, саунд-дизайн SD, бэкграунды — это различные такие тянучки, либо тон рума там какого-то, либо если это природа какая-то, в общем-то, такие звук, который идет на протяжении сцены, как правило. Потом, значит, папка фолей, что-то находил, что-то сам записывал. Папка футстепов. Футстепы не имею возможности записать, в общем-то, все находил в библиотеках. Много очень пользовался библиотеками различными, которые у меня есть, что-то я сам писал, что-то у меня было уже давно, что-то я давно писал, что-то я сейчас записал, подписал, так скажем. Так, ну, в общем-то, начнем. Ну, папка... Я не думаю, что надо рассказывать конкретно звуки, потому что на это уйдет очень много времени. Я просто примерно покажу, сколько всяких слоев было использовано. Просто смотрите. Мой рабочий стол. Так, это по SFX. SFX и Sound Design немного одинаковые. Просто по большей части я, чтобы в них не сильно так путаться, поэтому они у меня как бы... Это примерно одинаковые вещи. Там всякие... Ну, это саунд-дизайновые вещи. То есть это не живые, так скажем. Иногда из живых создается. Вот. Но, ну, или если это какие-то бумы, взрывы там и так далее, тоже саунд-дизайн считаю. Вот. Дальше... Ну, вот тот же саунд-дизайн. То есть, соответственно... Это все, что касается саунд-дизайна. Потом были бэкграунды. Есть бэкграунды. Это я тоже подкладывал здесь на комнату. Я немножечко тонечко положил. Может быть, он даже не совсем заметен, но он на психологическом уровне он как-то действует. Тем более, если смотреть на громком, на большой громкости, то, в общем-то, это все довольно-таки заметно становится сразу же. Ну, иногда вот мне не хватало дорог, просто я не хотел уже расплодить здесь много вот этих дорог. Если уж будет большой проект, то, конечно, я буду это делать. Но так как у меня бэкграундов было немного здесь, поэтому я иногда дорожки бэкграунда использовал для саунд-дизайна тоже. Соответственно, папочка фоли. Здесь все пусто, потому что фолей никаких не было. И они появились только вот в сцене, где главный герой приходит в чувство у нас на пляже. И на том моменте, где его тащат в кабинет. Это фоли и папочка у нас футстепов. Вот они. Тоже, ну, несколько слоев. Это, в общем-то, я пытался футстепы делать по каждому человеку, что он делает, куда он идет. Вот, также их автоматизировал по тому, как они куда-то чуть правее или чуть левее они смещаются. Плюс их чуть-чуть отдал в комнату, сделал небольшую комнатку. Вот, разные ревера тут перепробовал, но более-менее подошли вывески мне вот такого формата. Два таких ревера, просто разные, там еще на самолете я немножечко комнатки сделал такой. То, что касается футстепа, ну вот, в общем-то, и все. Вот мой такой рабочий столик. Вот, ну, еще, может быть, интересно то, что я прям из одного вот такого звука попробую сейчас его воспроизвести. Делал разные звучки. Два. В общем, вот получилось, что из одного звука, вот такого, который я сделал, как вы понимаете, ртом, я получил раз, два, три, четыре, пять, шесть,
6 разных задизайненных звуков и сделал из них такой сэндвич. Вот. В общем-то, как-то так. Если у кого-то есть какие-то дополнительные вопросы, хотя, наверное, они могут возникнуть, так как я здесь все не рассказал, я даже практически мало что рассказал, то можете задавать, я могу ответить на них. Вот. Я когда работал над этим проектом, все время, ну, я вообще всегда пользуюсь таким анализатором, это от Fireface. Вот такой анализатор, я все время смотрю по нему уровень, самое важное для меня, потом стереобазу смотрю, чтобы не было противофазы, ну и частотку тоже смотрю вот по этому анализатору. Вот. В общем, как-то так. Всем спасибо за внимание. Если будут вопросы, обращайтесь. Пока.